Так, окей. Обычный мяч. Троллфейс. Серьезно? Эй! Окей, я должен предугадать это. Стоп. Обязан поиграть в стример челлендж. Ты засранец. Посмотрим, что такое стример челлендж попозже. Он пойдет в какую-то из этих лунок, да? В эту. Кэт! Он нанизан на флаг! Опа-на! Так, здесь большое количество уровней открывается. Посмотрим, что у нас здесь. Чуваки, это что это, черт побери, такое? Посмотрите на это. Это же чертов Флэппи Бёрд. Окей. Это не конец? Ой, прости, Пуся. Хм, странно. Так, постараюсь доставить тебя в целости и сохранности, окей? Ай. Фук. Пусечка, я иду, не беспокойся, все хорошо. Там какой-то секретный проход, да? Ну-ка, Пуся, давайте я заберу. Залезай, давай попробуем проход. Не, прохода нет. What? Ладно. Это жестко. Пожалуйста! Найс! Эту штуку, интересно, можно как-то разбить? Вот это вот. Она выглядит так, как будто... Ее можно потрогать и получить бонус. Или типа того. Давайте аккуратненько так. Так, маленький Мезофайхер, ты хочешь идти к папе или нет? Или ты навсегда остаешься в этом царстве шипов? Тихо. Нойс. Вот, видите, здесь можно. Ням, ням. Жесть, тайминг. Обалдеть, Ред. Нет, это какой-то вол. Жесть. Ай-я-я. Не ешь. Не ешь.
Ты ч... What face? Я изничтожил его? О, это отсылка... Забыл, как игра это называется, чуваки. Тоже довольно древняя игра. Про обезьяну. Donkey Kong, да. What the fuck? Так, спидран. Ты чертов... Donkey Golf. Так, это что было? Это первый уровень только был? Окей. А нет, я думал, что у меня ограниченное количество передвижения, а здесь нужно все тостики собрать. Так. Я не прочитал. Съешь меня полностью. Найди тайную комнату. Не сегодня, приятель. Она здесь. Блин, я не знаю, имеют ли значение верхние штучки вообще. Наверное, да, нужно все собрать. Тост из трубы. Thank you, thank you, thank you. Так, ну давайте сначала левую часть закроем. Гольф, примечание 1. Гольф действительно скучный. Может быть, мы можем это исправить. Птица? Это мой дом. Я не пингвин. Никогда, ха-ха. Ладно, дружочек, я прохожу уровни. Опана! Так, мне нужно, чтобы эта штука упала, скорее всего. Ну давай, упади. Окей, маленькие мазафакеры. В цель. Бог чемпион. ФПС почему-то маленький в игре. Ну, порой как будто подфриживает, что ли. Но в целом все остальное шикарно. Коснись кошек четверых. Раз. Два. Это считается? Остался последний кэт. Идеально. Чуваки, это не негатив. Игра требует. Игра требует. Никакого негатива мы не производим. Все по канонам игры. Окей. Нужно забить мяч. Я его и поймал. Ты чертов засранец. Стой, не смей. Удар поле. What the fuck? Нойс. Окей, окей.
Найс. Еще разок. Жесть. С навеса. Бам. Эй, ну он же бьет супер слабо. А, у меня неограниченное количество шагов. Я понял. Пум. Почти. Бум. Да ты засранец. А, может быть, я должен его забрать сначала с собой отсюда и потом только запальнуть. Ну-ка, давайте попробуем. Fuck my ass. Птенчик. Найс. Legendary. То, что нужно было сделать с первого удара. Моя награда. Это блок. Окей. Next. Next глава. Точнее, это не next глава. Это всего лишь один из компов, который нужен для включения робота снова. Доступе отказано. Так, теперь меня будет сдувать. Довольно сильно сдувает. Изи, бойс. Чувак, серьезно, что там на заднем плане вообще происходит? Кого-то засасывает в НЛО. Эй, он даже не пытается. Он просто смотрит. Он просто смотрит. Галее некуда. Гачи хайпер. Это что такое за бычий цепень там? Это кот растянутый. Wait, what? Забить гол? Обалдеть. И я не попал. Это тяжело. Я попал? Это в раму было. Коснись кошек. Так, маленький там Санс на заднем плане. Фум. Это не негатив, чуваки. Никакого негатива. Плюшевая кошечка. Футбольным мячам можно бить в любое время. Окей, я понял. Ты чё такой? Свирепый чувак. Тихо, аккуратно. И что? Ну да, еще. Дальняя цель. Жесть. Это что вообще такое? Это настоящий Монка Омега. Тихо. О! Обалдеть. Даже так? Let's go! Аккуратно! Я могу! Погоди, я в воздухе играю, черт побери, в мяч! Что происходит? Как это работает? Неважно, дайте корону.
чуваки, вам ни секундочки это не поможет. Чёрт, вы мазафакеры. 1-0, глупые детишки. Можем продолжить, черт побери. Окей. А, два попадания всего, я понял. Два удара. Засранец. Ты чертов засранец, чувак. Ты понимаешь это? Ты засранец. Давайте в эту сторону попробуем. Было близко. Освободи лошадей. А, это же мяч футбольный, я могу бить всегда. Но там сзади лошадка. Я спасу тебя. Доброе дело делаем. Еще позади. Пум. Так, друзьяшки, что мы делаем здесь? Окей, добавляется машина. Я вас понял. А-а! Реально? Он смог. Испортить вечеринку. Так, погодите. А можно зарестартить? Испортить вечеринку с хот-догами. Так, слишком сильно. Пивося. Пёся, молодец. Отличная работа, пёс. Бам. Уничтожьте эти хот-доги. Они никому не нужны. Забейте они. Эй, куда ты летишь, мазафакер? Так, пёс, сделай это дело. Покажи всем. Хвост. Бам. Let's go. Worst party ever. Реактивный мяч. Ой-ой. Ой-ой, X2. О-о-о. Да вы шутите. А, погоди, мне не обязательно все время двигаться. Господи Иисусе, я сам себе усложнил игру. Так, что здесь? Три ноль, детишки. А дальше? А, 6 ударов, я понял. Прости, котик. Это необходимо. А я Яша. Удар боли. Let's go. И обманный маневр, обманный маневр, обманный маневр, обманный маневр, маневр. Бам! Дайте корону. Мисс Рич? Эй, мисс Рич, ты проиграла. Ты в курсе? Ни хрена. Wait, what? Wait, what?
Стой, мисс Вич! Подкат, пум! Ага, вот оно что. Передача. И гол забивается. Без последней. Последняя не нужна, забейте на нее. Ты не туда воюешь. А! Простите, мисс Вич против нас, действительно. Она воюет в ту сторону. Я не знал. Нет! Недопустимо. Недопустимо! Жесть, что с этим мечом? Он убивает? Он убивает. А, нужно всех убить. Ой-ой-ой, даже кота? Нет, кота не надо было убивать. Прошу прощения за мини-негатив. Ну раз уж мы начали, чуваки. За ваше здоровье и за мое очко. За здоровые очки. Спасибо большое, Мном, за 150. Спасибо большое, чувак. Так, и коронный. Мой коронный прием. Забей гол. Let's go, Miss Witch. Снова с тобой в команде. Обожаю. Бам! Чувак! What the fuck? What the fuck, чувак? Свич! Бей! Так, удар. Найс! Идеальная подача. Оп! Так, что у нас открылось? О! Большой футбольный мяч. Thank you, thank you, thank you. В выборе уровня гол забей. Бам! Джебейтед. Так, а сюда можно пройти? Да, можно. Награда секретная. В раздевалку. Еще один мяч? Куда уж больше-то. Так, нам нужно нажать на кнопку обязательно. Доступ отказано.